10 октября в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан состоялась пресс-конференция журналистов республиканских СМИ с секретарем Каспийского местного отделения партии «Единая Россия», председателем собрания депутатов города Каспийска Абдулвахидом Джаватовым и представителем правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдуллахом Исаевым. Помимо представителей СМИ, на встрече присутствовал глава министерства Энрик Муслимов. Поводом для встречи с прессой послужила поездка Джаватова и Исаева на освобожденные территории ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией. Ехали по фронтам, по всем участкам были. Там не сколько населенных пунктов, а сколько часть нам нужна была, военной части, да. Где располагаются наши ребята, да? Они не всегда располагаются в населенных пунктах, поэтому мы ездили по полям. Журналистов интересовал состав гуманитарного груза, какое отношение по приезду было у жителей освобожденных территорий к представителям гуманитарной миссии и многое другое. Как отметил Абдулвахид Джаватов, бойцы и без дополнительной помощи обеспечены всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Основная цель миссии – показать нашим военным, что представители власти поддерживают их и находятся всегда рядом с ними. Все, что необходимо, у наших ребят есть. Это дополнительное внимание, которое мы можем уделить нашим ребятам, оно важно. Понимаете, да, что они не одни, рядом есть тыл, есть наши братья. Отправки гуманитарного груза из Каспийска со средствами первой необходимости для российских военнослужащих будут продолжаться. Всем желающим принять участие в акции обращаться по контактам, указанным на экране.